Рита, стрелочка меня направляет на вот эти странные какие-то египетские кубики. И да, у меня появилась тоже... кувалда. Ой! У меня тоже, я тут бью эту штуку. Я тоже бью. Я лупаси, у меня кубиков. О, сверху они растут. Так. Меня теперь направляет вот сюда. И меня. Я делаю мост. О, я не достроил. Получается, это мост? Меня несет саму. Прикольно. А это чтобы дойти до следующей карты? Да. И получается, мы должны достроить до... Стой, тут победы на халяву дают. Ты идешь, смотри. Хоп-хоп-хоп. Еще 5 побед. Ого. Да ладно, ничего себе, теперь можно купить. Тут какой-то билетик справа. Яйца можно купить, так, яйцо. Давай. Я куплю, вот у меня 15 побед. Мне обычный медведь достался. А мне тоже, ладно, так. X3 дает. Это, наверное, добыча кубиков X3. Ну-ка проверим кувалдосом. Данс, 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 данс. Мне сразу же 3 медведя выпало. У меня больше нету этих побед. Нету? Да. Все, сейчас я снова накоплю. В смысле? Это, Риточка, я тут, значит, наколошматил. Вот, уже 600. Почему я так мало иду? Ну-ка проверим. Так. Да нормально, чуть больше. Как было 5 побед, так осталось, ну, давай 5 побед. Пойдем. Давай, пойдем. Пойдем. Ну просто строится. Смотри, вот. Все, только 5 побед. А, да, почему-то. Интересно. Так, давай калашматить буду. В общем, сейчас наколошмачу на 1000, посмотрим. Ой, надо было одеть пета. Вот я балбес. Эквип. Так, вот. У меня уже 2000 накопилось. Я балбес. Я без пета лупасил. Ну-ка, пойду проверю. 800. Сейчас проверим, проверим. А, тут зачем-то можно за блоки покупать еще молоточки. Что за блоки покупать? Не знаю, сейчас посмотрим. Так, ну пока что я... А, я даже чуть больше продвинулась, смотри. Так, значит, мне нужно взять все-таки яичко за 50 побед, ребятки. 50 побед, яйцо, пушка. Я могу делать реберт. У меня редкий пет. И подарок, кстати, открылся. Получи подарок, 1000 кубиков. Так, редкий пет, ну-ка. 8, X8, понятно. Рита, X8, ну-ка, сколько я лупачу теперь? По 25, обалдеть. Вот это ты крутой. Да. А у меня плюс 55. Да ладно. Это у меня 3 медведя. 3 обычных медведя? Да. Почему у тебя больше, не пойму. Не знаю. Улучшить молот, 1800. Эквип. Проверяем. По 64, у тебя, да? У тебя улучшенный молот? Да, у меня 55. Вот у тебя почему было лучше, из-за молота. А это? О, кстати, я могу уже улучшить. Слушай, а колесо покрутить можно? Так, у меня есть 8 побед, я куплю пет, и мне выпала капибара, она эпическая. Она плюс 6 дает. Вау, 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 ребят, я мост начал строить больше. Да, я тоже. Смотрите, как я иду, красивый. Вау. Ого, мне плюс 114 дают. Я еще делаю побед. Тут подарки дают справа, смотри. Подарки? Да. А я уже один получил. Плюс победы, плюс 13 побед дали. Сейчас я еще, короче, получу и куплю себе еще хорошего пета. В общем, я где-то до половины дохожу. Надо примерно 8000, чтобы пройти, понятно? Да, понятно. Открываем. Легендарка! Ого! Гусь! А 8 тысяч чего тебе нужно пройти? 8 тысяч кубиков набить, и мы пройдем. Гусь легендарный 22! У меня просто уже 15 тысяч. Я сейчас куплю новый молот. Ты пройдешь за 15 тысяч, иди смело. Уже сейчас 15 тысяч, беру новый молот за 7 тысяч. 11 тысяч уже можно купить. 11? Я сейчас себе добуду быстро 11 тысяч. Все, у меня уже 11 тысяч. Так, где тут молот? Еще за 16 тысяч можно взять, но почему-то у меня написано, что нельзя. О, все, теперь можно. Все, я взяла, у меня сундук. Сундук, короче. Все, я пошла. Смотри, какая у меня кувалда новая. Вот это я прокачался. Ребята, ставьте скорее лайк. Так, все, ты уходишь, да, в следующую карту? Да, бегу, бегу, но мне не хватило. Сколько у тебя? 16 тысяч. А у меня 20, 23 тысячи. Ребят, смотрим. Эпический побег папы по мосту. Я бегу, как красиво все. Ура, почти добежал, и я не добежал. Давай накопим 30 тысяч. 30 тысяч, да, надо накопить. Ого, 44 победы у меня. Откуда? У меня 49. Так, я накоплю сейчас 35 тысяч. Все, накопила. О, можно взять максимальный левел этот молоточек. И мне дали кристальный молот. Плюс 429. Я в шоке. Все, точно. У меня 40 тысяч, я пошла. У меня 36 тысяч. Ну-ка сейчас. Вау, ребятки, я... У меня уже 44. По 1 тысячу дают, офигеть. По сколько? По 1 тысяче тебе дают. Ясно. Ну-ка. Я, смотрите, ребята, вот я иду. Я дошла. Супер! Вот, 60%, 70%, ребята, 80%, 90%.
Есть! Мир разблокирован! 5! У нас есть 5 возможностей покрутить колесо удачи. Так, и где это колесо? Мне кажется, надо в начало сходить. Наверное, сейчас я тут докоплю. А как? Пойдем. Так, тревел, телепортануться, наверное, надо. А, ну да, так. О, реборд можно снова сделать. В смысле? Я в какой-то магический мир пришел. А, блин, меня это самое выкинуло, сейчас я перезайду. А это куда? Magic миры. А, это ивентовский. Это ивентовский. А что здесь? Magic Pets. Да, за 25 кристаллов можно что-то купить. Все, я тут снова. Меня почему-то выкинуло. И мне заново надо копить блоки. Да ё-моё, что это такое? У тебя не сохранилось? У тебя сохранились победы. Да, но не блоки. Это странно. Так, хочу вернуться обратно. Так, ладно, сейчас я... О, я рядом с тобой, привет! Приветик, так, тут где это колесо? А, вот я его вижу. Вот, колесо, да. Мы представляем новинки нашего магазина «Папа и дочки». Интересные футболки и другая одежда с принтами, двойной цвет. Вот такая раскраска с нами на всю футболку. Вот такая раскраска, яркие желто-зеленые цвета. И вот такая черно-белый принт. Футболка, круглешочки. И вот такая оригинальная называется «Фокус». И она с оптической иллюзией. Надписи Roblox в реальной жизни будут видны 3D-эффектом. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку папы и дочки яркие. Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбирайте здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества. Посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так: papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда «Папа и дочки». Кстати, такой мерч – это крутой подарок на день рождения. Есть один спин, описали 5 спинов. Ладно, итак, ребята, победа или не победа? Ставьте лайк, чтобы было что-то крутое. Мне на один больше кубиков дали. И тебе? Мне процент x1. Да, мне тоже. И что это значит? Мне 468 теперь дают. О, а почему у меня по 1000 всего? Все, ребятки, я иду опять. Какой красивый мост. Жалко, что я по нему опять не могу ходить. Ладно, здесь яйца стоят 2. В смысле, одно яйцо стоит 2600 побед. Это что значит? Думаю, мне дали кому-то. Здесь миллионы какие-то кубиков. Это что за дела? Какие-то миллионы непонятные. Магазин гаджетов. Так, можно купить удачу, скорость. Интересненько. А это что такое? Можно с питомцами что-то сделать, крафтить их. Короче, если одинаковые питомцы, можно их превращать. Ладно, пробегусь. Ребятки, и у меня всего... О, сразу 1400 побед? В смысле? 1000 побед сразу? Что? Да. Я в шоке. Я тоже в большом шоке просто. Я в шокном шоке. Ты в шокном шоке? Да. А я в шокном 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 шоке. Так, итак, что за питомчики тут? Корова обычная. Мне дали сколько-то там кристаллов. Обычная корова здесь лучше, чем редкий там. Анквип и эквип. Я в шоке. Я тоже. Еще в большем шоке. Да, теперь по 3000, вот это да. Я тоже пройдусь, куплю себе пэта. А вот здесь же пэт. А, когда пройдешься, купишь? Да. Ура, 1500. Еще надо. Так, тоже пойду, сейчас пробегусь. Ребятки, сейчас быстро пробегусь. 3000 победы. Так, красный мост, строим, строим, строим. 1400. Маловато будет. Еще 1400. Маловато будет. Еще 1400. Маловато будет, но уже что-то, уже получше. А сколько яичко стоит? Так, мне дали овечку, она рарка. Редкая овечка? Да, овечка. Ого, сколько ребертов я сделала. У меня тоже овца. В смысле, здесь реберты можно делать? Да. И что, ничего не избавляется? Нет, у тебя все остается. Ну, кроме кубиков, конечно, их снова нужно тыкать. И победы стираются. Вот, ты можешь еще сделать.
Я не знаю, сколько я сделал ребертов, но посмотрим, сколько я теперь добываю. Я теперь нищий. Но зато по 7 тысяч добываю. Бам-бам-бам. Да, я тоже по 4 тысячи. 4-4. Ладно, поднакоплю чуть-чуть, ребята. На ускоренном. Безумная, безумная добыча кубиков. И у меня миллион. Пойду-ка проверю, докуда могу дойти. Клик, всего 1400. А почему так мало? 1 миллион очень мало. Странно. Ладно, сделаю 2 миллиона кубиков. О, я накопил даже больше. 2 миллиона и 3. Посмотрим, докуда дойду. Хоть 20% дойду. О, я вот до сюда. О, чего? Почему так мало? 2100. Это очень мало, ребятки. Наверное, тут нужно постараться. Надо добыть хороших петов. Сколько стоит второй пет из морковки? 13 тысяч побед. Надо сделать 13 тысяч побед. Добыть. А третий пет сколько стоит? Пока не важно. Так, 13 тысяч. Отлично. Покупаем. И выпадает морковный... Ух ты, эпический хок какой-то. Так, а мне дали свинью. Ой, этого, не свинью. 38, x38, ничего себе. Посмотрим, сколько теперь добывается. Было 7 тысяч, стало и по 10 тысяч. Обычный кролик? Да. Кувалды, кувалды надо еще купить. Где кувалды здесь? Вот. А, 29 миллионов кубиков. Чуть пока, а. Не, вверх промахнул. Вот, раз, деревянный, есть, эквип. Так, по сколько теперь? По 11 тысяч. Ну, так себе, конечно, ну ладно. Так, у меня есть на 2 питомчиков накопил. Итак, раз. Легендарка! Yes! Вот. Еще один. Еще обычный. Так, посмотрим. Значит, снимаем 19, одеваем 25. Ну и все, в принципе. Ну ладно, покоплю еще денег. Попробую 6 миллионов. Сколько мне дадут побед? Ребят, строю мост. 10%, 20 побед. 5,3 тысячи побед. Маловато. Сделаю-ка я 8 миллионов. Так, ладно, хочу добыть себе пета за 65 тысяч, поэтому немножко побегаю по мосту. По 7 тысяч. Надо 10 раз всего лишь пробежаться. Все, ребят, накопил и покупаю самое дорогое яичко на этой карте. Яичко-бабочка. Все легендарки, ребята, все легендарки. Смотрим. Обычный написано паук, странно. Ладно. И что он, 23 целых? Я столько денег потратил, чтобы получить обычного паука? Я в расстройстве. Друзья, мы почти построили мост на следующую территорию. Вот, смотрите. Иду, иду, иду. Вот я бегу, 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 бегу. И не добежал. Однако, если вам понравилось видео, будет много просмотров, мы снимем продолжение и доберемся точно до пчелиного моста вон того. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк, хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока.